Nyepa gunle namdole shing, yende gunge genpa bo, semche gunge nyen chikun, tamche kenla gun chayen sen. Omen choge nge podan en, dusum sanke gunge ngogo ni, rasem chuku ngusuma dense be, tsaiwe lame shabla so wain de. Дам бичу нямсу лэмби кунун самбу. Нэ чунги самба дан джанчуб ги сэмдан дэмби куни. Лунги чу ди тэба дан самби куни нямсу лэмбар шу. Пожалуйста, вначале породите превосходнейшее чистое намерение, намерение отречения и бодхичитты, намерения, которые необходимы для практики святой дхармы. Думайте, я буду заниматься, на самом деле, практикой дхармы, практикой святой дхармы посредством обучения и практики применительно к дхарме передачи, дхарме писаний. Тени, там ансу гуй лама, ди мунжу ки цудула, тени каса, тенчу деки кяпчон ки лукю тан, деки чучакари имен тан. Тени деки гоба динзу кари именсни динзу шипи кабре. Прямо сейчас мы все еще находимся в процессе подготовки. Подготовки, которая позволит нам взаимодействовать с этим трактатом, трактатом Уттаратантра Шастра. В предшествующих сессиях мы изучали историю передачи этого текста, мы знакомились с основной темой этого текста и с доводами в пользу того, чтобы его изучать. И именно этим процессом мы все еще заняты. Ранги семьи Йонсу ту тени санги темба ин сунва тан. Тени чачи молам динсу нан ла тулиан семь ла толиан семьи тен чото там че семь ла чопра шоу сни. Танган цу нанба ки че ди нямлен че ки шиза дау ди Семмам, намбаршепа сэдила, чадыги ёпа инду. Дэни, касан, танганцу гомгябе капсулаян семла лягачиги ёре. Пандоги кечешебе капсулаян семги тони шаги ёре. Дэдан дэган нашин, нямленчебе капсула, цэнгачи сэдан. Легюмде сэрдаводан. Та тендеки ичи часандыян шиза семсэчик. Сарики даничик ёбар ке лан тубам ичи ке тубайна. Тензу часанлаян самло таяда ёбатан. Та инчике лама сона it makes sense. Тени семсэди Нешеке матубатан, самлотан матубата, лебатсамчи мату,
самро танг мату бай на, ан динсу ла ян, ише да, нише ке ла, кали хабо юре, дире им бай инду, нге ке намба ла да, сим се ди, канди чин са ре се ди, самро танг гу гре се ди, шу бай ин ла, дине, мюту не, дине санг ин нанья ян ан зу, капту капту кин чо ча дан, джаба ян ду ян, нге римба шин ду, дису ко ла ма, Kali-kali jini shugi yins. Tang anzu nangba sanji peki yichi ki nani tse ngachi le gyunde tinsu tang yichi ki tomshi dawarwa tinsu yang sim se chi Молин читу байна, динзу часанда, самдо танги юре, семги тони шаку гу юба инду. Та сем се чигла, ниши маке байна, динзу ян калика гу юре. В предыдущей сессии мы обсуждали вопрос о том, что же подразумевается под умом, ведь Сам Будда сказал, что укрощение нашего собственного ума, работа над нашим собственным умом и есть главное учение Будды. Как это чудесным образом сказано в 14-й строфе молитвы Махамудры, видимость есть ум, пустотность также есть ум, постижение – это ум, и помраченность – это ум. Рождение есть ум, прекращение также есть ум. Таким образом, нам нужно прорваться сквозь все сомнения относительно того, что же такое ум. Ум – это основа для всех учений Дхармы. Каждый раз, когда мы занимаемся практикой медитации, мы на самом деле работаем именно с умом. Каждый раз, когда мы посвящаем себя отказу от того, что необходимо отбросить, каждый раз, когда мы занимаемся тем, что необходимо реализовать или осуществить, все эти процессы сводятся к уму, все они так или иначе связаны с умом, этой способностью к ясности и познающести или осознаванию. Именно это мы и называем умом, и этот ум представляет собой основу для нашего счастья, наших страданий, для хорошего и дурного. Все эти вещи проистекают из ума. Это когнитивная способность быть ясным и познающим проистекает из ума, и потому очевидным образом нам необходимо понимать, что именно мы под умом подразумеваем. Ведь если в нас нет уверенности в том, что же мы называем умом, что это за познающая способность, способность познавать, без этого понимания мы не сможем в полной мере понять учение Будды о карме, о причинах и следствиях, о прошлых и будущих жизнях, ведь все эти учения на самом деле опираются на наше понимание ума. Они все связаны с умом. И именно потому я на прошлой сессии подробно обсудил вопрос об уме. Так что каждый раз, когда мы будем затрагивать тему ума в будущем, когда мы в тексте будем встречать это понятие, я снова буду возвращаться к этой теме, я буду объяснять дополнительные пункты, связанные. Зилеги кола шира гячумбу суньоре. Кроме того, когда речь заходит о буддийском воззрении и о буддийской философии, когда мы говорим о более технических аспектах изучения философии, так мы также встречаем много подробностей, связанных с природой ума, с его функцией, с его аспектами. И там объясняются воззрения и философия Дхармы, очень подробно разъясняют эти различные пункты, связанные с умом. Дени, гаранцу
Менга Давочки, Чане Санутанба Инани, Чулба Ишесу Шарва Сигре, Тицикники Нанла, Корвадан Нянди Ника Дюдире Сумаре, Маранцу Семди, Чулба Имбатила Кари Сигуре Сена, Корва Сигуре Сена. Тени Тендеки Чулба Ди, Чулба Имба Мошени. Если не грюн, то каречавар есть, нянгеле тебе чавар есть. Чужин чамба кумбоки, то не чуни намче нала, ты коле шираки себу сумере. Кроме того, в традиции сущностных или ключевых наставлений, что мы в этой традиции делаем? Мы изучаем ум, мы взаимодействуем ум, мы знакомимся с умом. В этой традиции основная практика связана с преображением нашей помраченности в пробужденность. Мы позволяем нашей помраченности проявиться как мудрость, как пробужденность. На самом деле, в этом одном пункте, в преображении помраченности в мудрость, содержится вся сансара и вся нирвана. Таким образом, каждый раз, когда наш ум оказывается помраченным, это сансара. Каждый раз, когда мы распознаем подлинную природу этой помраченности, эта помраченность преображается в пробужденность, в изначальную мудрость. И это нирвана. И именно об этом владыка Майтрея дал крайне подробные объяснения в своем другом трактате. Отличение от дхармы от дхарматы, или отличение явлений от их чистой сущности. Так называется этот другой трактат. Таддини ngaranzu danda сусуги нёвала чавайна дордина дедук ки цавади сем имбаси. Дева Чунаян, Цо Нани Чунга Йобатан, Тунга Чунаян, Цо Нани Чунга Йобачик, Семки Тени Чунга Йобачик, Семки Суэша Бачик, Семки Цровачи Имбала, Самотая Дита Нанзу, Нямлин Чеки, Римбачи Чати Гюри, Нангбачи Имбичани. Кроме того, если мы сможем объединить учение об уме с нашим собственным опытом, с нашей собственной практикой, эти учения об уме опять-таки станут чрезвычайно актуальными. Ведь мы увидим, что все наши переживания, переживаемые нами страдания, неудовлетворенности, боль, наши собственные переживания удовольствия, счастья, все эти переживания так или иначе связаны с нашим умом. Они уходят корнями в наш собственный ум. Все эти радующие или грустные переживания проистекают из ума и переживаются умом. Таким образом, если мы поймем этот пункт, подобного рода понимание опять-таки станет частью нашей практики. Само это понимание становится этапами нашей практики. Это понимание затем четко объясняет нам, как практиковать на буддийском пути. И это понимание становится чрезвычайно актуальным в нашей личной практике. Тадичита, несу савада вот инде миксе камаре пенанганзу тадубки тони самотана нупчоки кякавлая дебичала вестин айдилизм тадинсу мабучун ярва тинанганзу нангба санжи палая Читан Чипаре, Инаян Тате, Цовот Салдунду Нанхин Тавути, Йока Чарам, Чита Матрин Сейн, Конна Пагита, Тикола Шираки, Тинг Сапотан, Ячембо, Шимчу Чени, Салам Китнам Шаримба Мангучи, Тинни Шайвери.
Это представление о том, что все коренится в уме, все переживания, порождены умом, не является чем-то новым или исключительно буддийским. Нельзя сказать, что подобного воззрения придерживаются только буддисты. Нет, на Западе также есть философские школы, такие как школа западного идеализма, которые придерживаются сходных воззрений. И в целом эти западные философские школы идеализма во многом близки к воззрениям Будда-дхармы. Можно сказать, что в целом западная школа идеализма близка к одной конкретной буддийской школе, школе читаматры или йогачары, школы только ума. Школы, которая делает особый упор на представление об уме, четко объясняет стадии, этапы пути бодхисаттвы, бхуми, которые достигают бодхисаттвы, или земли, которые достигают бодхисаттвы, и то, как все это связано с умом. Читан нучоки семзумава айдилизм дан нангбеки йогачары нигипарла тюмбичая мангбо ярала я нангба коранги тумо маимби тубатнэ я мангбо яре. Поскольку западный идеализм с школой йогачары, объединяет много идей, хотя так, подобных общих пунктов много, нельзя сказать, что эти школы полностью друг друга эквивалентны. В йогачаре есть много своих собственных уникальных учений и представлений об уме, которые в западном идеализме не встречаются. Пешина Манзута Нупчоки Рене Декарт Коранцуки Чи Намджи I think, therefore I am, said in the Yorwa. Тензу Датсо Ди Нга Се Ди Цугу Цугса Ди Пеше Пеше Think Се Ди Канла Леп Динь Суро Чи Йонг Дуа. К примеру, в западной философии знаменита цитата философа Рене Декарта. Рене Декарт сказал: «Я мыслю, а следовательно, я существую». То есть, опять-таки, все в этом представлении указывает на «я», которое существует в нашем уме, на мыслящий ум, да? Разумеется, я не эксперт по западной философии, потому, пожалуйста, делайте на это скидку. Простите, если я делаю какие-то ошибки в этих объяснениях. Это лишь мое личное понимание западной философии. Разумеется, я ничего особо о них не знаю. Мне лишь лично, на личном уровне кажется, что между западным идеализмом и йогачарой существует много сходств. Умаки, намбарше бачи гетни, нелинги кючени, кигугрес. Тендесни гетни, кандар бембодан шеба ниги евади себочи чебетони, шеба ёбатан, деян гетни, шеба гин гюндичи, мютуни дуги ёде бачила, мангбашира дубьёре, та ине ян танда тензу часан шуйде байна гетни, манзу Гоню дугрила, кеннама сигдуйена, чолен чудаки, цеман нам дилдинсу нала сигбайна, динсу кола сэшин на юре. В буддийских философских системах положений, в буддийских философских школах, и в данном случае мы в первую очередь говорим о буддийском воззрении, которое было объяснено такими учеными, как Дигнага и Дхармакирти. Так вот, в этих буддийских воззрениях
Сознание и материя представляют две разные сущности, два разных вида явлений. Тигнага и Дхармакирти чрезвычайно подробно объясняют, что основные причины, которые продлевают существование сознания, вызывают существование сознания, должны быть по природе своим сознанием. То есть основная причина, порождающая сознание, также должна иметь природу ясности и познающести. Нечто, что не является сознающим, нечто, что не обладает ясностью, нечто, что не обладает природой ясности и познающести, не способно породить поток ума. Таким образом, они говорят, что материя не может по природе своей породить ум. Материя лишена качеств ясности и познающести или осознавания. Лишь нечто, что является ясным и осознающим, может породить ум, ум, которому присуще свойство ясности и познающести. Таким образом, Дигнага и Дхармакирти утверждают, что материя ум породить не способна. Лишь то, что по природе своей равно уму, может ум порождать. А что уму по природе равно? Предшествующее мгновение ума. Таким образом, они утверждают существование непрерывности сознания. Каждое последующее мгновение проистекает из предшествующего мгновения, и все их объединяет одна и та же природа. Таким образом, эти представления совершенно отличны от представления о порождении сознания из материи. Материя сознания породить не способна. Таким образом, Дигнага и Дхармакирти даровали эти чрезвычайно прекрасные развернутые объяснения о непрерывности, континууме или потоке ума, о непрерывном потоке, который не может нарушиться. К сожалению, нет возможности погрузиться в это воззрение подробно, это воззрение, утверждаемое Дигнагой Дхармакирти, потому что если мы в него станем погружаться, объяснения станут весьма сложными, и мы уделим им очень много времени. Но если вас по-настоящему интересует эта конкретная тема, пожалуйста, самостоятельно изучите такие тексты, присмотритесь к таким текстам, как Прамановартика или Разъяснение достоверного постижения, текст по буддийской эпистемологии. Тадордуйна симсэди сарики дани чинги чуджи имбатан. Дэй дэни гюн сэ дэн мютюни юнгу ёбати шила шаани гюн сэн дэ лакко нэ дэни ганзу нангба санжи баги цэ ганчи дэн лэ гюм дэ сэ часан дэ дэндэ сма дуб юнгу ёре. Словом, понять, что ум или сознание по природе своей представляет собой нечто ясное, познающее, мы, поняв эту природу, мы утверждаем непрерывность сознания. Мы говорим о непрерывности сознания. И благодаря этим объяснениям буддисты затем могут объяснить, как работает карма, как причины и следствия, как причины и условия порождают следствие, почему есть смысл в существовании прошлых и будущих жизней. То есть эти учения, учения о карме, учения о прошлых и будущих жизней, коренятся в прочном понимании ума, в устойчивом, ясном понимании природы ума как чего-то непрерывного, ясного и познающего и непрерывного, представляющего собой поток. Тенинге касан шубана шинда ганзу чей доусуне самбатан йонду семсэди ямцэмбуда учиоре. Гава доусуне та йонду мэбисуда учиоре, тонгю мэбачи, ебдан кадо кая мэбачи. Та йо маре слабнани, ян йо маре слабгин коран, хагун коран ян семчаде ярва. Семди мэна, сем йо маре сэнэ кадуйна та чу тугу маре. Та дэнни ди ngaranzu la tsorwa di galba dhava chungudu wa. Дэнни чаджи молам на ла сунба ина галги маре сунба ре. Йоба майин гяве кян мас, меба майин корде кунжи шин, галду майин сунжу уме лам сэди. Дэнни ди та дэнни ги юме ни ди галба майин бачик ла ток ток гу гуаре.
Если мы беседуем о так называемом уме или так называемом сознании, это явление представляет собой нечто чрезвычайно интересное и в то же время хитроумное. Ведь если мы попытаемся в точности указать на то, что этот ум из себя представляет, мы не сможем его обнаружить. Мы не можем обнаружить ум, который обладал бы конкретной формой, цветом, очертаниями. И в то же время мы говорим, мы можем сказать, я не смог найти ум, ума нет. Тот, кто говорит, что ума нет, и есть ум. Верно? Ведь что как не ум могло бы понимать и мыслить? И кажется, что здесь присутствует какое-то противоречие. Мы не смогли отыскать ум, но то, что не смогло отыскать ум, и есть ум. Нам кажется, что здесь есть какие-то противоречия, но в действительности противоречий нет, ведь, как сказано в молитве устремления Махамудры в 11-й ее строфе, он не существует, ибо даже Будды его не видели, но он также не является несуществующим, ибо он есть основа всего сансары и нирваны. Никакого противоречия здесь нет, это срединный путь единства. Это не противоречие, это единство. И нам необходимо понять, попытаться понять это единство, этот срединный путь, отсутствие противоречий. Ласо, та дичи, тени, анцу, касан, не, а, сачи чи юнду, анцу, тинжу дики, цин, шуби капре, Тени тенчу деки ценла текпа чембо гю лама тенчу сни сум ёбаре тунда сум дабучи. Тени тидан дельве тони тени не тенчу деки чунраб тан чеча тан гёба де сум дема шуги ин сни. Тади кан да казан азу 당보 땡주디기 중랍 택바침보세 디콜레 쉬비 가브라와 А теперь обратимся к схемам наших встреч. В рамках предыдущих встреч я упоминал, что мы в предшествующих сессиях я говорил, что мы в данный момент разбираем заглавие текста. А заглавие. Заглавие этого текста включает три части. Махаяна, трактат. Махаянский трактат Уттара Тантра Шастры. То есть в заглавии текста содержится слово Махаяна, слово трактат и само название Гюлама, Уттара Тантра, или непрерывный, высший поток. И вот если мы будем обсуждать это заглавие, в рамках обсуждения заглавия я уже начал объяснять историю этого трактата, тему, которой он посвящен, и назначение его изучения. Значение этого текста. Это три пункта в предварительном изучении. В рамках предшествующих занятий мы обсудили первый пункт, историю этого трактата, историю его появления. И мы объединили этот пункт с первой частью заглавия, со словом Махаяна или Махаянский. То есть это слово Махаяна, то есть «великая колесница», обсуждая его, в этом контексте мы начали обсуждать историю самого трактата. Та дени тангбо тэкпа чэмбо сэдю тэкпа ди читанг ламдан дэбу нига лако чугаре ина я кавсу баба цо ди ламди лако кугаре санжи ки кобан ла кэлкэн дан дэнгэн ки ламди ла дени Чембо сэди каричине лабаресена Коран ла мигба ла сопа кичу мангбо чи дэнде юре
Чеза, они теба чимбола барес. То, что мы... Итак, то, что мы обсуждали несколько занятий назад, как раз и есть Махаяна или Великая Колесница. Великая Колесница, здесь два слова, Великая и Колесница. Слово Великая может относиться как к пути, так и к плоду, который мы достигаем. В данном случае слово Великая относится к пути. Колесница – это то, что несет нас к состоянию Будды. Это вот и есть колесница или средство передвижения. Почему мы называем эту колесницу великой? Что ж, я уже начал объяснять, что эта конкретная колесница наделена совершенно исключительными свойствами. В ней мы устремляемся к великой цели, к великому предназначению и так далее. Это мы обсудили на одном из предыдущих занятий. Татни чимбу сэди нагяги циксудавачи годикабла тинде йонгсибаре. Нга чимбу ин, ну ко чунчун рейсин судавачи. А инэя дикапсу чимбу сэди зо гарисунго ерэсэна. Керанги чуэди бюдагвачи джебала. Ini kecuali dini cuci canggu kere, seni. Tadi susu ki dos kawal leh di kecuh bare. Penang agi cuci je yang tu kapsula mikba cembu, dua cembu dini tu cang tebai na, ni cuci tu pun dapat cakap le, tebai cembu kecuh. Tadi tu nani masang bai na, ni cuci tu pun dapat cakap mindu seni. Dini samlo tanya di kecuh bare insere dengi tu, matu yang cembu sedui cuci. Nga chimbo yin sam sam dawa dine nga jay su dawa jit lepde ba yina dine tata chi rekimendu wa. Когда мы взаимодействуем с этой великой колесницей, или когда мы вступаем в нее, когда она становится нашим путем, есть риск ошибочно понять само слово «великое», подумать. Раз мы практикуем эту великую колесницу, мы сами великие, а все остальные, те, кто практикуют что-то иное, они меньше, мелкие, они меньше, чем мы. Было бы весьма прискорбно подобным образом понять само это слово «великое», потому подобное понимание было бы ошибочным. Почему мы говорим о великой колеснице, что это слово означает? Оно помогает нам оценить нашу практику дхармы и понять, действительно ли является наша дхарма, дхарма, которую мы практикуем, чистой. Ведь теперь мы знаем, в Великой Колеснице присущи великие качества. То есть величие это ее связано с какими-то особыми качествами. Особая цель, особое достижение. Или можно сказать, великое предназначение, великие достижения, великая практика. В этом смысле колесница велика. И узнав обо всем этом, мы можем себя спросить, а присущи ли все эти свойства мои собственные качества, моей собственной практике дхармы? Можно ли сказать, что в моей практике присутствует это значительное предназначение? Присутствуют ли в моей практике великие достижения? И тогда мы можем сказать, да, если все это в наличии, моя практика является великой. Если моя практика является чистой, если всего этого нет, моя практика нечиста. Так что это величие колесницы помогает нам проверять свою практику и никак не указывать на то, что мы великие. А считать себя великим в этом контексте было бы совершенно ошибочно. Ласу, ты не так казани, теба чембуки чуди. Нямлин че йонду, тени чимбо кечу тенде дан тенби кони нямлин че кугре сэти лобен томеки намтар ланганзу самло тангбай на, ани тени ганзу хаку тугре сни дидан жалби кони шибе кабре. Тени казанге микба чимбо дан, та динзу коле тени табла кеба чимбо дан динзу коле шибаре.
В одной из предшествующих встреч мы начали обсуждать эти великие качества, качества махаянской дхармы. Когда мы практикуем дхарму Махаяны, мы видим, что ей присущи великие качества. И я уже в своих объяснениях этих качеств объединил объяснение этих качеств с историей освобождения Асанги. В истории о Будде Майтрее и Асанге. И именно на этом мы остановились в объяснении понятия «Великая колесница». Мы обсудили качество, мы обсудили великую цель, обсудили великие искусные средства Махаяны и соотнесли все это с историей освобождения Майтреи и Асанги. Tabla kebe koni jizun jamba dup lo junyi la dup ni tini da lo sum dup tini shal masik yang kong ma pe yang ya pe dup indi chini lo junyi la dup bare sung bare tini lo junyi la dup na yang jizun jamba shal masik yung di kong to su da lo pam ni tini ma ta nga zui na cham dol ni ma donke la pe bare sung bare Теперь давайте продолжим рассматривать эту историю освобождения Асанги. Разумеется, я ее объясняю в очень краткой, сжатой форме. Итак, Асанга выполнял практику Будды Майтреи, сосредотачивался на Майтреи как на своем медитативном божестве на протяжении 12 лет. Он практиковал в затворе и по итогам 12-летнего затвора все еще не реализовал свое медитативное божество, все еще не узрел лик Будды Майтреи. Он ощущал все большую усталость, ощутил разочарование и покинул место своего затворничества, отправившись в местный город, в находящуюся поблизости деревню. Да, дигитни, нанцу, тэква чэмбоки, кичу чигди карарэсэна. Сунди чембо сэжи ёре. Ди сунди намгю нганзу да тэкчинги ламду бала калчин дамэ сумги бардула дини сунди сумги ёэ сумгре. Та гангдар кун тэма мангбочи ло сум дуб ян шал масы ёнды ян ma pe e yang ende chinda thema mangbo chi chebare ine simshu ma sha ne ma cha ne tini lo junyi badu la tube ti ta ngaran su teba chimbo ki kechu chi di tsundu di tini namju nga su ta jur gi tsundu dang gu jur gi tsundu se gwa le ga gari cheba ine ya tos che ane lamsan lamsan dibu thung mi du sine yug ma sha wa chi ne gyun rumbo chi tini a tube ti la tini nga su ta Сунджи чумбо сэгэ кэчу ди анзу самбатан шугу вэрэ дэнгэду. Это часть истории жизни Асанги, посвящена непрерывной практике, которая продолжалась 12 лет. Это часть жизни истории Асанги, также демонстрирует одно из качеств Махаяны – великое прилежание, великое упорство. Ведь, как объясняется, для того, чтобы по-настоящему реализовать путь Великой Колесницы, нужны три неисчислимых эпохи, три неисчислимых кальпы, три неисчислимых иона. То есть на полную реализацию этого пути уходит очень много времени. И, как мы видим в истории жизни Асанги, хотя через 3 года он уже ощутил определенную усталость, он не бросил практику. Он провел 6 лет в затворе, увидел, что все еще не реализовал Будду Майтрею, и все равно не сдался, все равно остался в затворе, все равно продолжал практиковать. И так продолжалось 12 лет. Это показывает, что Асанга непрерывно и с радостью прилагал усердие. Ведь у усердия есть разные аспекты. Один из аспектов усердия или прилежания в практике Буддхармы – это непрестанное применение практики. Вы не сдаетесь через какое-то время, а продолжаете практиковать непрерывно и с радостью.
Все эти качества мы видим в истории жизни Асанги, и потому мы можем учиться на основе этой истории, а также увидеть особое величие Махаяны, одно из качеств которой великое прилежание или великое усердие. Дени, лобен томе тосу ту, да, пам, дэнде да, мала пэ вьонду, дени, ки не бачи, конги, сик баре, сун баре, ки ла дэнде, ма дэнде чанде бачи. Да, конги дени, ки ди дэнде ки, Субу ме часан ди ма тюнде ба ина дэ ди татун чи ngā kye to shetan chi ni mila mūk de ba tinda chi kongi chay yong di tini wani kongi tu la tini ngār tang mi dawe ki sim jin se di ta wani le dang nyomang ba ki rawa me ba tinda chi resha se ni chiming ki nying chi shuk chung ba chi ke ni ta di ki ki Мала Йобеки, Будинзу, Цангма Сукуду, Дени, Дени, Кун, Дус. Танганзу Ина, Чилеги, Лагвелена, Буши, Дугрва. Чилеги, Буди, Дени, Да, Йонду, Капсула, Дени, Кимо, Киги, Роди, Киги, Небади, Дени, Дус, Миг, Да, Йонду, Дени, Кима, Имбачини, Чизун, Джамба, Кумбо, Дени, Мусум, Душук, Дени, Кунги шал сигваре, сумваре. Таким образом, после 12 лет непрерывной практики, непрерывного прилежания в затворе, Асанга все еще не узрел лик своего медитативного божества Будды Майтрея. Он в некоторой степени отчаялся, оставил затвор и отправился в близлежащую деревню. И там, на дороге, ведущей к деревне, он увидел собаку. Собаку, нижняя часть тела которой была одной огромной раной. Эту собаку заживо поедали личинки. Рана была полна личинок, которые поедали ее тело. Верхняя часть тела собаки была в норме, и собака лаяла. А проходящие мимо люди, несмотря на огромные страдания собаки, гневно на нее ругались, проходя мимо, осыпали ее руганью. Асанга, уже увидев собаку, ощутил подлинное, неподдельное сострадание. Он почувствовал, это существо испытывает столь мощные страдания, и все же не обладает властью над своей кармой, над своими омрачениями. Прошу прощения, собака лаяла на проходящих мимо людей. И Асанга ощутил по отношению к ней сострадание. Собака не обладает контролем над своей кармой и своими омрачениями. Асанга захотел помочь собаке, но, разумеется, не убивая при этом и личинок. И для того, чтобы не навредить самим личинкам, которые поедали собаку, он решил не пытаться поймать их пальцами, ведь так можно их ненароком раздавить, а снять их с тела собаки языком. И как только он наклонился для того, чтобы языком слизнуть личинок и убрать их таким образом с раны, как только он наклонился к собаке, собака превратилась в Будду Майтрею. В это мгновение в своем видении он узрел Будду Майтрею, узрел Будду Майтрею там, где до того была собака. Дени лабен томе ки джезун джамба кумбу унсум ту шал си юнду сим ла та тоа шу чумба ки гирва кава шу чумба чи ки ням до ла дени та ганзу ин на чи тоо чи джезун джамба кумбу ла нга керан ла тенде юн румбу чи калей кямни дуба юн ло дегасу мангбу чи ла тен керан нинжи ки ла чи ра ваас чамба
Керана нинджи мебе кандере нга тенде, кера ума не нга ла тенде, карис шар матин ба ин, станда болта тенде, юнбу карис кова рейс. Керана нинджи шукчанбо мебе сода вожи, доусин, да кун ганда тозу жи, дуге шор сода вожи, на шенза машин, чумба рейс ла ба рей. Де де лабду чезун чамба кумбо ки тенде, тенде ма ре, нга ума не кера нямду ес, Инея керанла дипа дипа ди чимбо йоба сонса нга тонг тогу минду сумбаре та данда керан ло мангбо чигла цоса дипчанчи лабарду данда керанги чуминги нинже кия диги дипи бача чава диян дини себарес диинба сонса дини керан нга тонгбарес дини сумбаре сумбаре В это самое мгновение, когда Санга напрямую узрел лик своего божества, Будда, Будды Майтрея, его ум преисполнился радости, восторга. Но вместе с этой радостью и этим восторгом он также ощутил в некоторой степени обиду. И, обратившись к Майтрею, сказал, «А почему ты так долго не являлся?» Говорится, что ты божество, которое воплощает любящую доброту. Таково само твое имя, любящая доброта. Так где же твоя любящая доброта? Почему ты не явился раньше? Я молился и практиковал, а ты меня таким вот образом подвел. Здесь Санга немножко расстроился, обиделся на Будду Майтрея и задал ему подобный вопрос. Но Будда Майтрея на это ответил. Я всегда находился рядом с тобой все эти годы. 12 лет я находился прямо перед тобой, но в силу твоих собственных завес, покрывающих твое видение, ты был не способен меня узреть. Твои собственные омрачения, твои завесы не позволяли тебе меня увидеть. Те 12 лет непрерывной учебы и практики, и в особенности это мгновение неизмышленного подлинного сострадания – подлинного сострадания, которое в тебе проявилось при виде этой собаки, все это вместе привело к мгновению, где завесы были устранены, и ты меня узрел. Но я сам, со своей стороны, всегда находился рядом с тобой. Та диги манзула каре сумбарес, каре тембаресена. Теба чимбоки чё нямнэнчиду, нэга чэмпу нэ, чигдэ гарэрэсэ на, нэнчэ сээдэ шираагэ цаа чэмпу чэдэ, нэба чэмпу чэрэс. Гарэрэсэ на, да, кунгэрэ, ngon на цоса дэбчангда нангдэ гэ юрва, инэ ян дэба тава тава дэ, нэнчэ кэ ёнгдэ дэнэ, мэба чаару гэрэ. Дэнэ, нэнчэ сээдэ шираагэ, нэмпо топ чэмпу чэ имба таан, ца чэмпо чэ хэмбо чэ тэгэ тэнгэ вэрэ тэнгэ дэм. Нибэ дэ нган чу тэгба чэмпо кэ чэ нямлэн чэ ёмбэ кэпсэ лэ цоса дэбчан гэ чэпо шэбэ чэ цэгэ рэва. Цоса дэбчан дэ ма чэ на дэнэ токба гю лэ кэгэ ма рэс. Бэна нэлук токба рэ чэба лэ ян дэнэ цоса дэбчан ондэ току гэ рэс. Лагварду самогэ дэнда топар чэбала дэнэ, ngэбарду дэ цоса дэбчан дэ пэ гэчэмбэ рээсэ дэ, чирдан тэба чэмбэ дэн, лагварду нганзу дурчэ тэбэ капсула дэ, шивы чэг дэ, лам гэ, нэга дэвэ чэлэ цэнэ нганзу нямлэн чэгэ рэ. Пэ ша на, мэлон дэ нанглэ, мэлон шэлгу куран ёба инэ ян, Суньи шарэгэ нюба ёбайна, мэлонгдэ цангма масуэна суньи шар тугу марва. Тэндэ имбайнду, мэлонгдэ нангла суньи ябуча шар гугуду тан кэчэшуда гарэсэ, мэлонгдэ таладэ цангма суэдэ бэ кэчэмбарэсэ. Бэ дусшанэ сунгэрэ. Ота дэ нибудэ, танда конгэ намдар нэгдэнэ, нингчэдэ ца чумба имба тан, чопсар дэбчан сэдэ кэчэмба имба чэ тэмбарэ тэнгэду.
Чему учит нас эта история? Или эта конкретная часть жизненной истории Асанги? Что мы благодаря ей узнаем? Что она показывает? Как мне лично кажется, она учит нас двум важным аспектам Махаяны, Великой Колесницы, Дхармы Великой Колесницы. Первый аспект, которому мы можем научиться благодаря этой истории, благодаря этой части биографии Асанги, это сострадание. Мы узнаем, что сострадание невероятно значимо в Махаяне, является невероятно драгоценной частью Махаяны, чем-то чрезвычайно драгоценным. Ведь к тому моменту, когда Асанга практиковал, увидел собаку, он уже длительное время практиковал, очищая завесы, накапливая заслугу и мудрость. Все это уже присутствовало. Но тончайшие завесы все еще присутствовали в его уме. Они все еще не позволяли ему узреть лик Майтрея. Но мощным противоядием, которое смогло устранить тончайшие и самые устойчивые из завес, этим противоядием оказалось сострадание. Сострадание обладает подлинной мощью, невероятной способностью устранять самые устойчивые и глубокие завесы нашего ума. Таков один аспект этой истории, одна тема, которой можем научиться благодаря этой истории. А второй аспект – это значимость очищения загрязнений и накопления заслуг, собирания накоплений. Ведь если мы не будем заниматься этими процессами, если мы не будем собирать накопления, очищать завесы, мы никогда не обретем реализации. Мы не придем к постижению естественного состояния всех явлений. Мы не обретем подлинного понимания, каким все является. Ведь без этого постижения внутренней природы всех явлений, глубинной природы всех явлений, пока у нас нет подобного постижения, нам совершенно необходимо заниматься очищением завес и собиранием накоплений. Это совершенно обязательно, совершенно необходимо, чрезвычайно важный пункт пути ваджраяны, ваджраной колесницы. Нет реализации, нет возможности обрести прямое постижение реальности, если мы сперва не очистили свой ум и не собрали в нем накопления. И обычно приводится аналогия с зеркалом. Этот процесс сравнивается с зеркалом. Зеркало по природе своей способно отражать, верно? Таково определение зеркала. То, что отражает визуальные образы, это зеркало. Но если поверхность зеркала покрыта пылью, если эту поверхность зеркала давно не протирали, хотя само по себе зеркало способно отражать, мы в нем, пока оно загрязнено, ничего не увидим. И потому нам важно эту пыль с поверхности зеркала стереть. Вы должны и так понимать, что означает эта аналогия. В точности так же и мы должны стереть пыль с поверхности своего ума. Вот что нам необходимо осуществить. Вот чему мы можем научиться, вот что мы еще узнаем из этого аспекта истории жизни Асанги, во всяком случае, в моем понимании. Дени, чизу чамба гумбуки, лобин томи чесу сунни, чизу чамба гумбу шуса, гатин хайюльду тини, дени танда наранзу, Бегу нанден ла Йонрасу Йотебе кетини Чамчу Дэнга сэни Чу Нампан Айуре Динцу Лобин Чезун Чамба Гумбу ке Томе ла Сун Дени Томе ки Ма Мию ла Пене Ани Денде чини Тарбил Наваре Сунбаре Дадела дени Чезун Чамба Гумбу ке Сунве ке Чамшу Тэнга Тэнг, Дэнэ Томэ Тэнг, Иньэн Кэ, Дэнзу Ла, Дэва Кэ Цулда Ла, Цамша Бэ Кэ Шунг Дэнзу Ла, Намгю Нганзу, Бэгю Нан Тэнг Нан Ла, Чамба Тэнг Тэлбэ Кэ Чуэ Нишу Сэнэ, Дэнэ Сэнэ, Шу Гэ Рэ. Чамшу Тэнга Тэ, Цава Тэ Ва Ра Ва,
Дела тени томе дан иньен кона баки джава тенде чужата мендалан джава тенде самша беги шун часан тон беги шун нишу ер дела тем чамба дан деви чуй нишуз. После этой встречи, после того, как Асанга встретил Будду Майтрею, узрел Будду Майтрею, Майтрея забрал Асангу с собой на небеса Тушиты, в Тушиту, где Майтрея проживал. Обычно в тибетской буддийской традиции Майтрею изображают именно в Тушите. Что там произошло? В этом пространстве Тушиты Майтрея преподала Асанге 5 трактатов. 5 трактатов, которые известны как трактаты Будды и Майтрея. Это 5 учений или 5 трактатов, которые приписываются Будде Майтрея. Они были объяснены именно там, в Тушите. Впоследствии Асанга вернулся в человеческое царство, в царство людей и стал распространять эти 5 учений, которые известны как 5 трактатов Майтрея. Таким образом, Асанга вернулся с этими 5 трактатами, он активно их распространял в этом процессе, Асанге помогал его брат Васубанху, и они вместе, Асанга и Васубанха, составили комментарии к этим трактатам Майтрея, которые в целом стали известны как 20 учений Асанги. То есть сначала появились 5 коренных трактатов, 5 коренных трактатов Майтрея, а впоследствии, вернувшись в царство людей, Асанга написал комментарии к этим текстам, разверстал содержащиеся в них учения, и всего в итоге существует 20 учений Асанги. И Васубанху вместе. Вместе они провели всю эту работу и составили эти 20 текстов. Да. 你看上工作学吧那些，俺就听的拉比用的，圣经当了的，多巴用是吧嘞？因那样，那边他们来了，培育嘛嘞，个人是那，俺都读过民族三百多年了吧，多巴用是吧嘞？顶住了俺就，多巴这个。 나란 길경원이 시바에는 도바지고에 여말에 띵도 가르레스나 그래서 미길로 기시게 여말에 상계단 장주 선바 띵조기 제바틴레게 남다르 시게요레 게 가상 공도 시바나시 데인데 상계 연든 삼메캡 쉐기 연든 삼메캡 송바레 상계단 장주 선바게 연든 띵조 데니 요초기 여바인데 Tini, ngi tuku mindu ngarangi sambaki nangla, tim nangla tsuku mindu sani toba chegwe yomare tingitu. Здесь было бы удачно напомнить об еще одном пункте, который мы обсуждали несколько сессий назад. Как вы помните, я говорил, что когда вы встречаете подобные истории, Асанга отправился на небеса Тушиты, там получил учение, в наших умах может быть проявиться сомнение. Как это он отправился на небеса, вернулся в человеческое царство? Я вот такого осуществить не могу. Как-то он так сделал, если я так не могу? Так обычно реагирует наш ограниченный ум. И я бы здесь хотел поделиться личным пониманием, своим личным отношением к подобного рода историям или учением. В моем личном понимании, путешествие Асанги в небеса Тушиты, получение мучения, все это не имеет никакого отношения к нашей человеческой истории, к нашим повествованиям, нашим историям, которые ограничены по своей природе, они ограничены нашим человеческим миром. Ведь эти истории, истории такие как история о том, как Асанга отправился на небеса Тушиты,
Это истории о просветленной или просветляющей активности Будды Бодхисаттв. И здесь нам нужно разделить истории о людях, таких как мы, и истории или жизнеописания, истории освобождения, которые описывают просветленные активности Будды Бодхисаттв. Это разные вещи. Как говорится, я уже упоминал этот пункт, качества Будды невообразимы, они не могут вместиться в наш ограниченный ум, который должен во всем увидеть логику. Качества Будды, качества Дхармы невообразимы, непостижимы. И потому нам не следует думать, раз я не вижу в этом смысла, и раз я не понимаю, что это все означает в свете того, как сейчас существует мой ум, значит, всего этого и не было. Нет, нам следует отстраниться от подобного рода логических соображений, от подобного рода соображений. Нужно перестать думать, всего этого не было. Вместо того, необходимо понять, эти истории описывают просветляющую активность Будд, которая невообразима. Тачидан Нганзу Бела Джамчуэ Тан Лагварду Гюлама Тан Чуни Намче Тан Тинзула Шира Ки Цоба Шира Йомаре Нганзу Бегюл Нангтин Чидан Чеба Ина Чижала Тизу Самдо Тансу Митаба Йоре Ине Ян Чизуин Чамба Гомбо Ки Суни Томе Ма Гюшаба Йимбала Тени чису та ганзу дебеги ло та пече казуина тужи дунжи кяжу нанла ани ми мангбо чеки чамчуэла тунанчун лагварду гюлама ки чужала тунанчун тен лагварду шимчу ба тенде мангбо ки та нупчо кяхамне дешек нингбусая тела тунанчуни та чамчуэ ла шимчуу маңбу чин нанду. Тэнэ сунгхэн дэ чэчуэн чамба гумбо сэ дэ сачу ки чанчу сэнба танда чамба гумбо рэбэ сурэ. Тэнэ часаң дэ кунгэ сунгва рэ, сунгма рэ. Тэнэ гю лама дэнзо яан тэнэ каши цава инсарэ, каши дэва инсарэ сэ тава таан тэнэ Чамчуэ дэнгэ дэнцуэ часан лугю гэ уанду чэ уанду нямду дарьё маарэ. Кашэ ngon la дарьэ, кашэ чэ la дарьэ. Та дэнде гэ дэнэ шимчуу маңбо шэра нанду. Дэнцуэн бэ яо борэ нгананцу логя гэ ла пэнгэрва. Инэ яан та логя лоди гячмбо чэ. Та инэ яан дэнцуэ гэ Нямсу лэйонгдэ сэм дулэ лата пэнэ дэгэ зужик чэмбэ ёда мэн сэйдэ сусу самбатан ярэ тэнгэдэ. Тэнэ дэ тэнцу ngэ шира гуа цугэ мэла ngэ шугэ мэн рва. Ani гандар дэ ngэ шуэ дэ ngаранцу бэгю нандэнгэ луксу карэ имбадэ дэ ма тэгар чэнэ ма шугэ ё. Ani кэн намба тэнцу гуала сэгдэ ёна ян тэнда Shimchuk jesha kyo ki shung mangpo dwa tenzo le shikna sikna ya yung dwa. В целом, когда эти пять трактатов Майтрея распространились в Тибете, среди тибетцев никогда не возникало разногласия относительно истории этих пяти трактатов. В рамках традиции все тибетцы, все ученые, все практикующие признавали, что эти пять трактатов были переданы Майтрее Асанге, от Майтрея к Асанге. Никогда диспута по этому пункту не было. Разумеется, существовали разные мнения об интерпретации самих учений в соответствии с разными школами, разными философскими позициями и так далее. Диспут по этим пунктам возникал. А вот историческая часть история того, как эти учения передавались, в ней никогда разногласий не было. Однако в последние 50 лет, когда Дхарма стала распространяться на Западе, когда ученые стали ее изучать, проявился довольно сильный интерес к природе Будды, или Татхагатагарбхи. И потому активному изучению стало подвергаться в том числе и Уттара-тантра-шастра.
современные ученые, ученые, работая в современной академической среде, ведут исследования Уттара Тантра Шастры и других трактатов Майтрея. И в связи с этим со стороны современной академической среды возникло много вопросов. Например, вопрос о том, что же это за Майтрея, который был автором этого текста. Действительно ли это был Бодхисаттва, достигший 10-й Пхуми, или, может быть, кто-то еще? Составлены ли все 5 текстов одним и тем же автором? Ведь на самом деле 5 трактатов распространялись в разные исторические эпохи. И потому, разумеется, в академических исследованиях возникают сомнения о том, что все 5 текстов были составлены одним и тем же автором. Кроме того, у Уттара Тантра Шастры или Гелама при ее изучении некоторые ученые заметили, что то, что по традиции называется коренным текстом, или коренными строфами этого текста, в этом коренном тексте не все части действительно представляют собой коренной текст. Возможно, что к неким коренным строфам были добавлены некоторые элементы комментарии, в результате чего и возник тот текст, которым пользуемся сейчас. То есть возникают подобного рода вопросы, и в них ничего дурного нет. Они помогают нам расширить свое понимание, расширить понимание, относящееся именно к этой академической сфере. Однако, помогают ли эти вопросы нам укращать наш собственный ум? На этот вопрос я ответить не могу. Вы сами для себя должны решить, помогает ли этот академический подход вам в тренировке вашего ума. Если помогает, превосходно. Я со своей стороны ничего утверждать не могу. Я могу лишь давать объяснения с традиционной точки зрения. Именно этим я и буду заниматься в рамках этих сессий. Я не буду погружаться в академические разногласия об истинности или неистинности, подлинности или неподлинности. Нет, мое понимание полностью погружено в традиционный подход к Буддхадхарме, к изучению Буддхадхармы. Однако, если эти академические вопросы вас интересуют, прекрасно, существуют тексты различных исследований, монографии, опубликованные современными учеными, и посвященные Уттара Тантра Шастры и другим текстам, и вы, конечно же, также можете читать и их. Тени, да, чамчу, дэнга наки нанла, сирчи ngondo кен сэйди чигре, дэни тоди кен сэйди чигре, да, сирчи ngondo кен сэйди нанла цуди, салам кен намша ди шира кен кеба тэншар, торди нанга зу гом гябгирва, гом нямлин че йонбэ капсула, да, сэмги Панчада, немного тарамам позерва, шираги, шибдагони сунгшабаджи, шунгчичати горе. Если рассматривать 5 трактатов Майтреи, один из этих трактатов это Абхисамайламкара, сокровищница ясных постижений. Или ясная сокровищница, ясное украшение, украшение ясных постижений. Да, другой текст – это Махаятра Сутра Ламкара, украшение Сутра Махаяны. Первый из этих текстов Пражня Парамита Абхисамая Ламкара, или украшение ясных постижений, содержит подробное объяснение по различным аспектам пути, по 5 путям и 10 землям Бодхисаттв. Ведь когда мы обращаемся к медитации, в медитации мы должны очистить множество грубых и тонких аспектов ума. Мы должны очистить множество грубых и тонких загрязнений. Мы должны стяжать множество грубых и тонких реализаций, видов постижения. То есть всего этого очень много. И Абхисамайламкара – это как раз текст, который очень подробно разбирает все эти аспекты, которые мы должны привнести в свою практику медитации. Тени, да, тоди кин шуеди нала, санги ки тегва кат ки нала, тени, лам мангбо сунгша бати, пена кяпту сэйди карире, чанжу сэм ки сэйди карире, кандис кяпсу току гре, кандис сэм ки гу гре, ани парчин дула кандис лап гу гре сэйги,
Чазанг дицу руру сюшава чила, додикин сын шугар. Второй трактат, который я упомянул, Махаяна Сутра Ламкара или украшение Сутра Махаяны, подобен собранию или обобщению всех учений Будды по различным темам, различным кармическим темам. Прибежище, каковы объекты прибежища, как обращаться за прибежищем, как пробуждать просветленный настрой бодхичитты, что он из себя представляет, как практиковать шесть парамид или шесть запредельных совершенств. Все эти различные учения Будды объединены, сущностно описаны в этом тексте Майтрея Махаяна Сутра Ламкара. Тегва чембоки, умеки, тава ди, тенла папшава шунчире. Читан, тава тан, тини, тава ди, нямсу лембеки, лендан, тегва тумонги, кандис нямсу ленгу гре, тумон маинба, тегва чембоки, ламла нямлен чекути, кандис нямсу ленгу гре сини, та цово ди, тава тан, комбайника, чоксу малунва, Умеки ламгитони нямленчина кандис нямсу лингу гре сядита дор дюби кони тенша посудавачи шатиги. Третий трактат на санскрите называется Мадхьянта Випанга, или отличение середины от крайности, середины от краев. И в этом трактате довольно кратко, сжато описывается воззрение срединного пути. Воззрение и практика срединного пути в общих колесницах и, в частности, в колеснице Махаяны. Как же нам понять это воззрение, постичь это воззрение срединного пути, как его практиковать, как в нем упражняться, без какого-либо, каких-либо крайностей? Все это в чрезвычайно сжатой форме содержится как раз в тексте Мадхьянта Випхага. Дичала чуни намче сэдре, чудан чуни намче сэдре, шибати. Та ди нала кари сунвере сэна дэни, санке ки саби ки ча. Ни лук, диян тор дуна, ни данги шуба наши, че сэдю чулбатила сунгвере, гуньоян сэгре. Чуни сиду кала еши дала сегвере, намбра мидо пешиян сунгвере, намжан дала сегвере. Та нганцу ки сим чуям чулба ди чуни дам еши ла кандис не гюргире сегетини сапи ки ча ди себу чини шунгдин дана теншаба дала чуни намче сини сушугвере. Следующий, четвертый трактат, известен как Дхарма Дхарманта Випхага. Дхарма Дхарманта Випхага – различение дхармы и дхарматы, то есть различение явлений и их чистой природы. Разделение явлений и их чистой природы. И в этом трактате объясняется глубинное естественное состояние явлений. То, как именно Будда описывал эту глубинную природу, дхармату, или природу всех явлений. И здесь в самом заглавии мы видим слово «различение». Дхарма, слово «дхарма», то есть явление, относится к нашей помраченности, нашим заблуждениям, к тому, что нас обманывает, к аспекту помраченного ума. Но помимо этого аспекта у нас также есть аспект мудрости, чистой неконцептуальной пробужденности, и это очищенный ум нирваны. Так вот, в этом тексте ясно объясняется эта глубинная тема. Объясняется, как наше помраченное состояние ума может преобразиться и проявиться как изначальная чистая мудрость дхарматы. Как наш ум может предстать перед нами, как ум может проявиться в качестве изначальной мудрости. Именно это в тексте Дхарма Дхармата Випхага четко объяснено. Тене та тамам апади
Тогда я разу лочон чайки, гюла матире. Тени, да деки нангла, читан, шилам десум, тяпа чембоги, шилам десум теньюре. Инея, ты нам гюн ёндала, дорчеки, не дун сэшюре, ди ане касу папа, гюла мати нангла теньюнгрела, ти нане да. Чача цо давати каррэсна, ани гю, девара шэпи, нингбам, кам сэдэ да, кандэрэ, ани дэ кандэс гонду чэку гэрэ сэдэ, шунды нала сэбочинэ тэнгэрэ. А последний, пятый трактат Майтрея, Будды Майтрея, это тот самый текст, который мы рассматриваем в рамках этих занятий, Утара Тантра Шастра. Или высший поток, непревзойденный поток. Это текст, который мы здесь изучаем, на основе которого мы практикуем. И этот текст объясняет основу, путь и плод Махаяны, но, если говорить более конкретно, этот текст объясняет тему семи ваджрных пунктов. Так это объясняется. В этом тексте разъяснены семь ваджрных пунктов. В первую очередь, среди этих семи важных пунктов, в первую очередь текст посвящен четвертому пункту, который называется элемент. Кам на тибетском, дату на санскрите. И под этим элементом называется наша природа Будды, Татха Гатагарпа. То есть природа Будды оказывается главной темой этого текста. Насеки, зугузусачи, сареги таничинги, семчерва. Деги нго, ам раншинди гарресна, салтон сунчу, де нани цоотини, весалва сэди ресни, чати гюре. О тати канди имби инсульти, рикпатан. Можно сформулировать все еще проще. Главная тема этого текста. Главная тема этого текста это светоносность. Обычно так называемое «я», когда мы пытаемся указать на так называемое «я», пытаемся сказать, что именно можно считать «я», мы указываем на ясный познающий ум, да? На то, что познает, то, что все осознает. Мы указываем пальцем на это явление и говорим «это и есть я». Однако природа ума, природа этого ясного и познающего ума – это единство светоносности и пустотности. Среди этих двух аспектов, в рамках этой нераздельности, они, конечно, едины друг с другом, среди этих двух качеств наш текст Утара Тантра Шастра в первую очередь делает упор на аспекте светоносности или ясности. Он объясняет нам, что это за светоносность, что она из себя представляет. Текст объясняет этот пункт для того, чтобы мы могли прийти к определенности на основе логических рассуждений, на основе примеров или аналогий, которые приведены в тексте различных логических цепочек, которые текст содержит. Масури сэч. Та шунди ки керан гонни ди суре сэдэ диши кяба чила чаты киоти. Та гю лама лобжон чан сэдэ гонни ngarang суре сэ, ngarang гонни ди суре сэдэ лобжон чанба чила ре сэдэ самотан кукре. И опять-таки, если мы по-настоящему хотим все очень четко объяснить так, чтобы все было понятно, какова главная тема текста? Главная тема текста
Это то, что отвечает на вопрос, который мы все так или иначе иногда задаем. Кто я? Что это за я? Что это я из себя представляю? Кто я? Этот текст по-настоящему ясно отвечает на этот текст, на вопрос о том, на этот вопрос, вопрос о том, что мы из собой представляем. Так что на самом деле подготовьтесь к тому, что ответ на этот вопрос, вопрос о том, кто же я такой, окажется весьма неожиданным. Мы на самом деле не готовы к этому ответу. Лобин томеки намдардан тебекуни шубаре. Да чирдан чимбо дюния сегре ма танга джабьонду. Инаянда не кашечи кече чедин су дус. Чани шубаре диинду да нганзу я тепа чимбо ки чуди. Унни дани ки тепа чимбо ки дуло гамба замчи маим бар. Сусу чеша би чуди я. Тепа чимбоги чуэта чагугуду на лобен томеки намта нала чунгшаба нанщин мигба дан, цунжу дан, нинжи дан, мегу дан на чоса дюбчан тендечики галатни дубгугре сене да нганзу ди нганзу ще гугуре, лобчон ди чангу хаку гугуре. Тене та шемба динзу нганзу чудун чема нала дене нге митуни шуги инс. Сегодня в рамках этого занятия, так что мы сегодня в рамках этого занятия рассмотрели? Да, одна из трех частей нашего заглавия, в котором три слова. И мы рассмотрели слово Махаяна, Великая Колесница. Я объяснил этот пункт, это слово Махаяна в контексте биографии Асанги, в контексте жизнеописания Асанги. В рамках жизнеописания Асанги мы видим семь аспектов величия Махаяны. Я не перечислил сегодня все семь аспектов этого величия, но упомянул наиболее важные пункты, с которыми нам следует познакомиться, которые нам следует понять. Ведь это на самом деле поможет нам стать подлинными практикующими Махаяны. А если мы просто носим какие-то особые одеяния, и так далее, это нас, практикующие Махаяны, вовсе не обязательно сделает. Нам необходимо удостовериться, что то, что мы практикуем, действительно принадлежит Великой Колеснице. Нам необходимо привнести эти аспекты величия в свою собственную практику. И потому мы рассматриваем эти аспекты величия в жизнеописании Махаяны для того, чтобы на них сосредоточиться. Один из этих аспектов – это великая цель. Другой – великое прилежание. Третий – великое сострадание. Великие искусственные средства. Великая преданность. Великая или огромная практика собирания, накопления и очищения завес. Если мы действительно хотим, чтобы наша практика была практикой Махаяны, нам необходимо знать эти великие качества Махаяны и удостовериться, что они действительно в нашей практике присутствуют. И мы знакомимся с ними, присматриваясь к жизнеописанию Асанги, что помогает нам понять Махаяну. А Махаяна – это, разумеется, часть заглавия нашего текста. Существуют и другие великие качества Махаяны. Я сказал, что их всего семь, и мы продолжим их рассматривать в последующих сессиях. Маре, дангазу саджиджиду, тэба чэмбо сэд царсуан лао. Тадини, гюлама сэгэ чэжаде дан, дини, Нет. На самом деле мы разобрались как раз с первым словом, со словом Махаяна, с качеством Махаяны. Это мы все обсудили. Я объяснил наиболее важные из этих семи аспектов величия. Эту тему мы завершили, и в рамках следующих наших занятий мы продолжим обсуждать остальные. Мы обратимся к обсуждению других слов в заглавии.
слов «Утра Тантра», «Легью Лама», «Высший поток» и слово «Трактат». Мы рассмотрим эти две оставшиеся части заглавия. И благодаря этому, разбирая эти слова в заглавии, мы в том числе сможем обсудить два оставшихся пункта в рамках подготовительных учений. Два пункта, которые должны предшествовать изучению самого текста. На этом мы завершим. Janju simju rinpoche, mage banam ke gyureche, ke ba nyambara me baya, gone gondum pelvareshu.